Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Привет всем поклонникам ЗАЗ. Твою МКУ я полюбил еще в своем раннем детстве. Помню, будто сегодня, как еще в 5 лет просил отца порулить с ЗАЗом на его коленях, а в 12 первый раз сам выехал на трассу и получил первую дозу адреналина. Это были незабудные впечатления для меня. Короче говоря, я уже с юных лет мечтал тюнинговать своего 968-го. И в одно прекрасное солнечного дня, в летом 2012 я решил вернуть его обратно к жизни. К этому машина не ездила с 2000 года и после 12-летнего простоя, как ни странно, двигатель без проблем завелся, а кузов был в хорошем состоянии, лишь местами, в частности, во крыльями пришлось немного подварил. В настоящее время сделано очень много работы, кому интересно посмотреть, можете посмотреть и заценить. Но попереду еще очень многое нужно сделать, и на что не всегда хватает времени, особенно финансов. Буду хочу осанки титановый диск R15 фунт резиной 195/50, ну и конечно сам движок, который бы мог шустро крутить их. Подготовка к грунтовке. Двигатель 1.2 бензиновый, 40 лошадиных сил. Механическая коробка передач. Грунтовка и шпаклевка кузова. Подготовка к покраске. Вот такого цвета будет мой ЗАЗ 968М Skyocean. Вот наконец-то нашел и купил карбик мужик с рынка, говорил, что он работает, снял он его с таврии, но во всяком случае я заплатил за него недорого. Дополнительно купил ремкомплект, если что не так будем реставрировать. Покраска и обработка днища битумом. STP вибропласт М2 2,3 мм и Бимаст Бом 4 мм. Вот решил наконец-то доделать до конца виброизоляцию моего ЗАЗика и доклеил последнее, что осталось, это двери. Эффект меня очень порадовал, двери стали глухими, пропал дезвон при закрытии и динамики стали более басистыми, двери конечно же стали тяжелее, но это для меня плюс, так как их стало легче захлопывать. STP Splen 3008 толщина 8 мм, размер листа 100 на 75 см, местами обычный Splen 4 мм. Ковролин. Вот наконец-то дошло, делай до салона. И это уже радует. Покраска торпеды. Долго думал, что сделать с торпедой. Хотел поставить от BMW E30 и даже подумывал самостоятельно сделать что-то оригинально. Но в конце концов решил пока не париться и просто обновил старую.
Переходник руля на ЗАЗ наконец-то нашел переходник руля к своему ЗАЗик и заодно решил его порадовать, прикупив ему еще и противотуманные фары на бампер. Установка сабвуферного динамика. Корпус 30 литров и динамик в нем дует довольно-таки неплохо, очень радует. Купил сабвуфер у знакомого за 500 ГРН. Плюс к нему подарок нерабочий усилитель. Надеюсь починить. Сабик по размерам как раз влезает в багажник. Предыдущий немного большой, как я только не крутил его, то аккумулятор мешает, то крышка багажника не закрывается, а этот как по заказу. Светодиодная подсветка. Под днищем установлены 4 трубчатых светодиоды под передним и задним бампером, ну и конечно под самым днищем. Строго не судите, хотик старый и машина немного грязная, но вживую все выглядит гораздо красивее и ярче. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.